теплі речі можуть зігріти вас ще більше, якщо вони пронизані любов'ю, наполегливістю і терпінням. Саме з такими речами прийшла наша гостя Олена Устинова, майстриня фельдмейкерка. І настільки приємно знову бачити вас в нашій студії, пані Олено. З новими виробами, як завжди, вироби у вас не повторюються, вони з'являються нові, з новою кольоровою гамою. І з любов'ю так само, як і раніше. Рада вас бачити. Здравствуйте, Юля. Тема досуга – це завжди актуально, і я завжди рада прийти к вам в студію і пообщатися. Так, ми бачимо ось такий набір, і він із різних кольорів. Це все безшовний такий тренч, чи як назвати правильно? Тренд. І тренд, да. І тренчі, шарфи, можна їх назвати шарфами, так? Це шарфи. Ну, это шалі, это палантини і это шарфи. А значить, сьогодні, чому шарфи? Ну, от я вам розкажу історію про те, як взагалі починався мій путь вот, в цьому ремеслі, в валянні. А починався він як хобі в 2004 і в 2005 году. Я была абсолютно не творческим человеком. Я была руководителем оптово-розничной компании. У меня были склады, были грузчики, были экспедиторы. И это был вот такой вот цейтнот, который длился просто с утра до самого вечера. И в какой-то момент я поняла, что мне нужна какая-то отдушина для того, чтобы я могла сесть, успокоиться и заняться какими-то женскими практиками. И в то время моя подруга открыла школу кукольного мастерства. И, значит, я сагитировала мою дочку, мою подружку, и мы пошли с ней, с этой компанией, делать кукол. Делали мы их вечерами, раз в неделю, на протяжении 2 лет. И мы начали делать авторскую куклу, которая была портретная кукла, интерьерная кукла, маленьких, больших, побольше, в общем, они были всякие разные, там делали какие-то выставки этих кукол. Вот. И кто бы мог подумать, что в 2005 году у нас случился очередной кризис, это была оранжевая революция, и потом следующий год был вообще очень тяжелый, и очень много компаний позакрывалось, и очень много женщин осталось без работы, потому что если мужчины, они в такие времена, они как-то все равно более востребованы. Но когда у женщины наступает период вот этот вот 37-39 под 40, и если она осталась без работы, очень мало фирм хотят брать на какие-то должности женщин вот этого возрастного отрезка. Вот. И я, как очень большое количество женщин того времени, осталась без работы. Компанию закрыли, потому что, ну, был центральный офис тогда в Киеве, в Москве, и вот эти вот наши филиалы, которые находились по городам Украины, решили закрыть и делать отгрузки уже непосредственно из центральных складов. Вот, и я оказалась без работы, и я потыкалась в одно место, в другое. Я понимала, что, ну, в стране была очень тяжелая ситуация. Ну, мне кажется, что она просто сейчас все время... Вы знаете, она час від часу повторюється такі ситуації, і тут треба готовими бути, мабуть, морально завжди до того, що може бути. Надо быть готовым к тому, что тебе нужно поменяться, принять какие-то новые правила игры, может быть, развить что-то другое в себе и использовать твои навыки, которые у тебя будут на тот момент, потому что я понимаю, что лишних навыков не бывает. Вот, ты можешь заниматься чем угодно, тем более, если у тебя есть какой-то навык в руках, он всегда тебе пригодится. Ну, вы завжди была творчою людиной, вот, так? Да. И завжди, ну, так вставалася. Знаете, мы многие там дома что-то вяжем, что-то вышиваем, но я никогда не думала, что это будет моей основной деятельностью, и это приведет к работе, и это доведет к того, что я буду мастером, который преподает мастер-классы, и там мастером, ви, который выступает, до речі, відомі коллекции. Не лише в Україні, я хочу сказати, про те, що ви майстриня дуже високого рівня, і на вас рівняються майстри з інших країн, дивляться на ваші роботи, і ви постійно ось такий обмін робите між майстрами, між країнами, ви їм можете показати свої абсолютно нові технології, які вже з досвідом у вас вийшли. І це, конечно, дуже цінна інформація. Такої інформації не отримаєш просто так. Конечно, когда я начинала свой путь в валяне, то есть чем как продолжилась та история? Я наделала кукол в тот момент и пошла на выставку. Нет, тогда еще я не знала вообще, что такое существует, что есть войлок. Я сделала интерьерных куколок, сделала какие-то там подарки, сувениры и решила поучаствовать в выставке.
И пошла продавать вот эти вот какие-то свои там творческие поделки на тот момент. Мне было интересно встретиться с людьми творческими, посмотреть новогоднюю тусовку. И это в любом случае лучше, чем сидеть дома и скорбить о том, что везде кризис, ну, и вообще сложно. Да. Вот, вот. И там, на этой выставке, я увидела вещи, которые делаются из войлока. И мне было настолько интересно, что там соседка какая-то возле меня стояла, женщина сказала, говорит, возьмешь там клееночку, положишь шерсть, польешь водичкой с мылом, сверху еще одну клееночку, поделаешь вот так, и у тебя будет, значит, войлок. Ага. Вот это то, самый первый мастер-класс, который у меня был. Расповели люди добрые. Вот, значит, я пошла, купила шерсть, купила клееночку и начала делать. И когда через несколько месяцев эта же женщина пришла ко мне на мастер-класс по войлоку, она говорит, я никогда не ожидала, что будет такой эффект. Вот. Але ж я пам'ятаю, яким шлях був важ, яким складним він був, бо цей войлок його треба було ще правильно розкласти, і ви такою наполегливістю взялися за справу, що ви почали це все робити постійно, да, ну, а руки як ваш постраждали? Ну, слава Богу, руки. Ну, зараз нормально, да, а тоді ви ще ж не знали, що тогда робити. Тоді дуже страждали плечі і ноги, тому що для того, щоб валяти без опиту вещь, ты можешь заниматься этим там полдня, у тебя ничего не получится. Если возьмешь неправильные материалы, шерсть будет не сваливаться, и это очень сложно. Но в то время не было ни мастер-классов, не было никаких выездных там каких-то курсов, куда можно было бы поехать и поучиться. И поэтому год я набивала шишки и, значит, так училась. Это училась. Найценнейший опыт. Этот опыт, конечно, был незабываемый. Я помню свою первую брошечку, которую я валяла просто весь день. Я думала, что я кого-то убью. Это было сложно. Значит, а какие-то крупицы информации говорили, что нужно войлок. Его как-то нужно было повалять, покидать, еще что-то сделать. Я помню, как я в кухне на кафельный пол бросала эту брошку, она у меня не сваливалась. Это были какие-то такие мучения, но у меня получилось, да? Ну, то есть, так, думаю, да. А у вас, я еще хочу, про що ще хотіла сказати, що у вас не просто вийшло, ви стали майстриню, майстриною, яка бере участь у міжнародних виставках. Ви показуєте свою майстерність вже відомим майстрам. Тобто ви настільки зараз вийшли на, ось, на той щабель, який взагалі люди... Ну, йдуть роками. Ну, це вже роки у нас, у да, вас конечно, прийшли. Ну, так, можна сказати, що вже більше 10 років. І у нас зараз я організувала групу, яка у нас називається «Войлочний профсоюз», куди вошли мастера зі всього світу. І тепер от в цій своїй закритій групі тусовки ми можемо поділитися, у кого какие проблемы, потому что есть много вопросов, которые близки мастерам во всем мире, в любом городе, в любой стране. И вот в этом войлочном профсоюзе мы можем поговорить, поделиться опытом и поддержать друг друга в какие-то трудные минуты, потому что, ну, мы тоже живые люди, у нас тоже бывают какие-то творческие кризисы, какие-то сложности в жизни. Сталкиваемся с какими-то ситуациями, которые, в принципе, проходит практически каждый мастер во время своей деятельности. И вот в этом нашем войлочном профсоюзе мы можем поддержать друг друга и рассказать, как лучше поступить в той или в другой ситуации. Ну, это же очень великий успех, бо вы не просто маете такую майстерність, а вы еще и объединяли людей. Да. И вот тут такие организаторские ваши возможности теж вышли зараз на передний план. Я хочу показать те работы, которые вы принесли. Пані, ну, давайте подивимось, можливо, ближе. Ну, во-первых, шарф для женщины – это всегда приятно. Накинуть на плечи, да, значит, украсит, и в любой момент времени он будет востребован, да. И хустинка, которая наброшена на плечи женщины, это всегда актуально и красиво. Вы знаете, зараз холоди такі, і ну, не мінус, звичайно, для нашої місцевості, так, але може трошки перетворюватись на мінус 2, мінус 4, мінус до мінус 10. У нас очень сыра такая погода промозглая, і, конечно, вот эти шарфи, они... Це якраз те, що треба. Да. І подивіться, як тут комбінація йде тканин. Тут є
І тоненька тканина – це теж натуральне все, натуральне. І тут є іще змішано з синім яскравим кольором, з сірим. Це, до речі, теж популярні кольори цього року. Сірий буде дуже модним. Сірий взагалі дуже актуальний, так. Я цей цвіт люблю, так. Да. І цього року він взагалі так, в тренді жовтий-сірий. І якщо він переходить навіть в чорний, фіолетовий, в синій, яскраво-блакитний, то ви бачите, як гарно це може виглядати. Ну, цей шарф – це такий витвір мистецтва. Він пов'язаний, ось подивіться, різними техніками. Зараз можна побачити тут такі вкраплини різних ниток, візерунків. Ну, от ця техніка, в принципі, називається техніка пейчворк. Ну, чим вона цікава в войлоці? Ми можемо взяти всевозможні отрізки тканини, кусочки, разного качества, разной фактуры, разного цвета. И когда мы эти кусочки ткани выкладываем на поверхность и закладываем шерстью и объединяем, у нас получается вот такое вот монолитное полотно, и мы уже не видим, да, где у нас что соединилось. Видно, так. И да, оно так все органично вот, съединялось. Но это все очень интересно, и эти все вещи, конечно, абсолютно... Ну, неповторимо, тому що скомпонувати їх таким же способом буде невозможно. Так, вже й не вийде. А з іншого боку, дивіться, вони, ось цей шарф такий теплий, подивіться, чорний. Ви, якщо хочете, можете носити його і так. На обі сторони одягати, звісно, буде дуже красиво. А можна приміряти? Звісно, я хочу просто відчути оце тепло, показати зараз нашим глядачкам особливо, як це може виглядати на вас. Подивіться, ну, це просто неймовірно. По-перше, гарно. По-друге, це зразу вас зігріває. І чувство захищеності, правда? Коли тепло, це так, зручно. Це одразу вас в іншу людину перетворює. Ви відчуваєте на собі теплоту ваших рук. Я не знаю, Олено, якщо ви можете стільки дати майстерності, то, звичайно, що цей шарф, він буде зігрівати не лише тому, що в нього є войлок, так, в складі, а ще й тому, що там зроблена колосальна робота. Звісно, частичка душі вкладається в кожну річ. Клас. І, да, з задоволенням. Так. Це все потім носиться. Неймовірно виглядає. А давайте зараз подивимось на інший. Вони всі такі різні. Настільки гарні. Так. Вот здесь есть еще добавление сеточек всевозможных, кружева, прошивы, шелка. Ничего себе. Вот, а давайте так ближе подивимось на него. И здесь вообще очень разные фактуры. І він смотриться дуже багато, та, коли дуже його накидаєш гарний на плечі. Ну, я не знаю, а люди завжди запитують вас, з чого зроблені такі речі, як це можна так витвір такий зробити, як воно тримається? Вони, так, да, спрашують, не розвалиться ли, і все рівно говорять, як можна таке зробити руками. Вот как? Це просто неймовірно. Ну, дійсно, да. От я вам скажу, що коли я була на першій своїй виставці вот цих ізделій хендмейда, я побачила іменно палантин, который был с, вот была шерсть, и были вот эти кусочки шелка между, как окошечки. И я помню свое удивление, я встала и не могла отойти от мастерицы, потому что говорю, как это можно сделать? Как скомпоновать вот эти вот вещи, абсолютно непонятные мне? Це неймовірно. Я зараз дивлюсь на нього, от подивіться, я переглядаю кожну частинку, як це зроблено, і мені здається, що це просто, знаєте, як художня робота, яка зіткана з маленьких-маленьких шматочків, і тут же не просто войлок, тут ще зверху щось покладено, конечно, так? А що тут є? Где, вот, допустим, голубое – это отрезы шелка натурального. Шовк. Шелк, да. Здесь вот бирюза, вот эта вот изумрудная, это волокна вискозы, которые тоже выкладываются с определенным способом и приваливаются, и превращаются в такое вот тоже цельноваленное полотно. Сколько же вы часу витрачаете на один палантин такий, на шарф на цей? Сколько? Ну, я же уже быстро могу работать. Я же уже не как с брошкой, которую я день роваляла. А мне кажется, что даже если есть такая майстерность у вас, то все одно это долго. Ну, у меня шарф может занимать, наверное, дня два. Дня два? Дня два. Це, ну, це якщо вміти це робити. А якщо, да, не вміти, то це можна рік, мабуть, його викладати. Це ж треба яку мати поверхню.
Вот посмотрите, ну вообще, конечно, у меня очень большой стол, он 2,5 метра на 1,5, потому что для того, чтобы создать такое изделие, раскладка должна быть, ну, в половину больше. То есть, вы понимаете, вот эту вот длину. Да, трошки уседали. Он потом садится в половину. Вот, и, конечно, должна быть большая поверхность для работы, и должно быть большое количество всевозможных тканей, еще как минимум шерсти, понимание, какую шерсть брать. Ой, как вот здесь, посмотрите, просто. Здесь вот панбархат использован, здесь и вообще с краплениями, да, посмотрите, бархат. Да, я даже все с бархатом. Гарно. Ну, теж дуже ефектно смотриться. Дуже гарно. От кожного разу це як нова картина. Ну, якесь таке неймовірне поєднання. А ви вже бачите, який колір вам треба взяти, так? Вже дивитесь, ага, я хочу сюди бархат, сюди хочу шовк, а сюди, можливо, хочеться бусин якихось гарних. Я зараз вже просто як Плюшкін, я захожу в будь-який магазин, у мене перший взгляд, які здесь є ткані, які я можу купити для того, щоб використовувати в своїй роботі. Вот, ну, я вам хочу сказати, що вот чим войлок ще інтересен? Можна взяти вообще свой какой-то летний любимый шарфик, который надоел тебе как летний, и сделать его уже зимним, добавить на него, ну, вот я, так? Как вариант, дивіться, да? Це ж шовк, это вот, ну, да, шовк ткань був? Обычная, так. Да, она объединена с шерстью, и получается уже теплый шарфик. Неймовірно. Войлок дает у нас вторую жизнь изделиям, то есть он может дать вторую жизнь там вашему старому какому-то шелковому платью или блузку, да, которую вы можете ввалять в палантин, можете сделать жакет, можете сделать там какие-то подушки. То есть шерсть, она настолько легко объединяет все ткани и фактуры, что вы можете сделать очень много из нее, используя то, что у вас уже отработано. Но это вот сейчас очень модный тренд, и он действительно правильный — дать вторую жизнь тем вещам, которые у вас были. И вот это вот разумное потребление и натуральные вещества, ну, материалы, это очень важно сейчас. И это действительно доставляет мало того, что удовольствие, это развивает творчество. Ну и потом сделать что-то своими руками, это всегда, конечно, ну, очень эмоционально приятно, потому что це сейчас... Це неймовірно. Ви знаєте, я дивлюсь на цю річ, на всі речі, які ви приносите, кожного разу по-новому. Я не можу зрозуміти, як у вас так виходить. Ось зараз, якщо ми бачимо один бік, так? Один бік, ми знаємо, що це шовк, так? То, перевертаючи на інший бік, ми бачимо, наскільки тонко можна було викласти кожну тканинку, і як же можна було це об'єднати. Ну, я кожного разу дивуюсь, бо це такий витвір мистецтва. Це дуже гарно. І завжди дуже красиво ці речі дивляться на людях. Так. Ти, коли береш, от бачите, от можна, просто, от, просто так, неймовірно. Да. От коли просто накинеш на себе, ти вже все. І заворачуєш, коли як шар, і, все. І загорнути, все. Наприклад, подивіться. І одразу вот ці вот, да, різна фактурність, вот ці вот непонятні вообще рюшечки, да, вони неймовірні, цветочки. Неймовірні, що, просто переходить, з'являється не щось таке. Ну, коли ти розумієш, як це зробили, але ти не можеш зрозуміти, як воно так об'єдналося, що да. Створилась така краса. Ну, просто, ну, я не знаю, ми ще не все встигли глянути, але ось цей золотий, ну, я не можу його не показати. Ну, чесно, я не можу його не показати. О, давайте ми ще раз його розгорнемо ось так. Подивіться, це вже те, і ще одна, ну, картина, такой, да. ось як це виглядає, червоний з золотом, переблискує, виблискує, і ми бачимо, що ось такий колір, який в поєднанні дає отакий відблиск, він, ну, просто неймовірний. Очень красиво смотрится, действительно, и эти вещи никогда не остаются. А тут він ось такий з іншого боку. Да, ну, знаєте, Олено, ви коли це все приносите, то це подив кожного разу. Ну, коли ти бачиш один бік шарфа, то... Здесь вот посмотрите, использована пряжа. То есть вот эта вот тут фактура. Тут є візерунок, да. Візерунок. Так, ми бачимо, що тоже... є така фактура, ось, яка переходить у візерунок, а тут це тоненька-тоненька вкраплена. Ви бачите? Ну, як вот, ви це робите? Ну, просто неймовірно. Удивительное свойство, конечно, матеріалу, і сейчас очень много женщин обращаются за мастер-классами и покупают видеомастер-классы, потому что они говорят, нам хочется какой-то отдушины в жизни. Это правда. И это действительно эту отдушину дает.
И возможность, во-первых, огромное счастье, что мы можем сейчас учиться онлайн. И мы можем проводить мастер-классы онлайн, и мы можем объединяться онлайн в эти группы по интересам, потому что наше вот это вот женское желание сесть, поговорить, попить чайка, что-то сделать. І а яка потім радість, коли ти бачиш, скільки роботи ти зробив, і коли ти бачиш, яка саме робота вийшла в тебе, коли ти можеш радіти від свого витвору, це просто неймовірно. Смотрите, от як красиво смотриться вот это вот оторочка этого палантина. Це кінець цього палантина. Просто дуже гарно. І яке тільки поєднання кольорів. Пані Олено, я дуже здивована. Ще раз, це завжди відбувається, коли ви приходите до нашої студії, бо я не можу налюбуватися, надивитися на цю всю красу. І хочу ще побажати вам успіхів подальших. Я вже не знаю, куди можна йти далі, але можна. Завжди є, особливо у творчої людини. Є той шматочок того щастя, який ще людина йде. Як то кажуть, все в процесі пізнається. І погано, коли ми вже прийшли до нього. Треба йти весь час, і з'являються нові ідеї. Ось зараз у вас вже такі організаторські здібності з'явилися. Тобто, насправді, ви об'єднуєте людей з усього світу, і це дуже добре. Тож, бажаємо натхнення, успіхів, і нехай створюються нові роботи. А ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.